Трое отличившихся сотрудников полиции получили награды из рук губернатора области. Сегодня в Вологде отметили лучших представителей ведомства в честь их профессионального праздника Дня сотрудника органов внутренних дел. Высшей государственной наградой региона, медалью за заслуги перед Вологодской областью, был отмечен и начальник областного управления МВД Виталий Федотов. Он стал первым представителем силовых структур, удостоенным этой награды. Также отличившихся сотрудников ведомства отметили благодарностями губернатора области. Вы несете службу, защищая границы огромной территории нашей Вологодской области. 140 тысяч километров, 1 миллион 200 тысяч населения. Я могу сказать, что люди на Вологодчине чувствуют себя защищенными. Мы видим это по опросам общественного мнения, которые говорят о том, что люди доверяют нашей полиции. На торжественной церемонии, посвященной Дню российской полиции, присутствовал и глава города Евгений Шулепов. Поздравления звучали в адрес 8 тысяч сотрудников, которые работают в органах внутренних дел области. Они обеспечивают безопасность населения практически во всех сферах жизни. Каждый день в полицию поступают более 1000 сообщений от вологжан. В год пресекается более 10 тысяч преступлений. Свыше 700 сотрудников полиции награждены государственными наградами. Юлия Савинцева, Михаил Протасов, Вологда, Портал.